Донецк был единственным городом на Украине, где сберегся и еще неделю назад работал заводской гудок. 7 раз в сутки его голос было слышно на расстоянии 25 километров от металлургического завода, с которого ровно 145 лет назад началось строительство нашего города. Согласно легенде, основатель Донецка, британец Джон Юс, снял гудок с затонувшего крейсера. Сзади меня находится гудок, который уже на протяжении 100 лет будет работников нашего завода на смены. Наш гудок слышно во всех точках города Донецка. Ну и при условиях хорошей погоды можно его слышать даже в районе Старобешева. Справа находится гудок, который сняли с затонувшего крейсера «Орел». А слева гудок, который изготовлен нашими умельцами на нашем заводе. Со временем гудок стал сердцем не только завода, но и всего города. Он отмерял начало и конец смен и во время революции давал сигналы к стачкам и восстаниям. Но во время фашистской оккупации гудок молчал так же, как и молчит сейчас. В 1941-м завод подорвали во время отступления советских войск, но сам гудок нашел в завалах и спас для потомков один из рабочих завода. Во время войны, когда котлы паровые на ТЭЦ ПВС были взорваны, гудок оказался брошенный под завалами, и наш рабочий Марков его спас, сохранил, и после освобождения он был снова установлен и начал оповещать рабочих о начале и конце смены. Чтобы на смену не опоздать. Как загудел, значит, время правильно. Николай Серегин – коренной дончанин, который, как и тысячи других горожан, не может представить жизни без заводского гудка. Я под заводом, можно сказать, что родился и всю жизнь прожил. И свою жизнь без гудка не представляю. Даже вот когда куда-то уезжают, куда-нибудь на курорт отдыхать или просто в гости, на время смотрю, 6-7 утра не гудит. Почему? Потом думаю, стоп, я же не дома. Но в 60-е годы прошлого столетия дончанам пришлось всем миром отстаивать родной гудок. Тогда Хрущев начал борьбу за тишину, и по всему Советскому Союзу заводские гудки были ликвидированы. Теперь умолкли поезда, и не кричат автомобили, и, между прочим, навсегда гудок фабричный отменили. Такая тишь над городком, таким покоем дышат дали, а мы не время с тем гудком. Мы всю судьбу свою сверяли, а мы не время с тем гудком. Очень много и песен связано с гудком. То есть это рабочий символ, гудок. Было время, когда пытались запретить работу гудков на заводе. Но рабочие возмутились, и гудок остался. И по сегодняшний момент этот гудок работает, оповещает о начале и конце смены. Сегодня только на Донецком металлургическом заводе осталась такая профессия, как хранительница времени. Одна из них – Ирина Руснак, которая более 20 лет дает гудок и отвечает за точность городского времени. По гудку можно сверять, если дается точное время. Иногда еду в маршрутке утром на работу, и люди сверяют время по нашему гудку. Первое время, конечно, для меня это было удивление какое-то. Ну, наверное, какая-то гордость за то, что на таком большом заводе я даю гудок. А теперь уже привычка, чувство долга.